какое у него там, винди, вот. А, вот это? Все... Вот это вот? Вот это, да? Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди. Вон наш барбосик все еще катается, мы продолжаем... О, про барбосика интересно, ладно, это прикольно, про барбосика интересно. Там, где мы остановились, продолжаем взламывать игру. Вот она, собака гнилостень, продолжает ходить. Давай посмотрим, что там мамка, и двинемся дальше. Мамка все еще в губах. Как там твоя мамка? Шмахуя. От того, что происходит. Сегодня у нас с тобой Poppy Playtime, глава 2. Последнее, наверное, видео по взлому, посмотрим все до конца. Кто мне пишет постоянно, блядь? Это Хаги-Ваги? Нет. Ну шо, великий покоритель дыр, вперед! Это он ко мне обратил. Сейчас меня так в школе звали. Да чё за хуйня, блядь? Да заебал, блядь! Мамка будет негодовать, да? Пока нет. А сколько там планируется эпизодов вообще? Ага, стоп! А мамка где-нибудь рядом вообще есть? Так, я здесь просто в мусорке сижу, да? Просто она куча кирпичей нет. Вокруг. Мамы нету, она уехала в Египет к арабу. А где мама? А она с арабом. Мамка там не сидит, ладно, может быть мамка ушла? Пошла куда-то? Мамка все еще здесь сидит и все еще херевает. Она просто в глубочайшем шоке от всего, что происходит в мире. Ладно, вперед тогда. Блин, мне так нравится здесь возможность летать, она такая кайфовая, приятная, не знаю. Мамок рядом не обнаружено, к сожалению. Мамка Хантер 31. Мамка хочет тебя, короче. Ты вот. Будешь мне показывать эти? Вот она, сука. Есть себе такое предпочтение. Покажи хуйню какую-нибудь. Кое-что. Но в этом уровне не наблюдается, кроме игрушек, которые продолжают там падать. Но скоро будет кое-что очень интересное. Ну ты мог с этого и начать ролик, блядь. Родной, поверь мне, ой, поверь мне. Ты скоро обрадуешься. Так же обрадуешься, как вот эта котейка, которая слишком много крови вокруг себя создала. Это менструация называется, чел. А? Как столько крови поместилось в таком маленьком тельце? Блин, ай! Сука. Каждый раз головой бьюсь об этот. Блять. Здесь вот у нас, кстати, кассета, которая хрен знает где. Кассеты я не нашел. Давай полетаем, посмотрим, может быть где-то кассета... Да нахуя, блять, покажи секреты, нахуй! Все же есть. Так, но тут кассеты я никакой не вижу, даже намека на кассету не наблюдаю. Это наебушек-воробушек здесь для того, чтобы тебя обмануть. Так, тут у нас комната, мы в нее сейчас пойдем. Тут у нас, конечно же, пустота. Охуеть. Что это такое? Любопытный 31. Нашел какую-то черемуху и летит опять туда смотреть. Там Хаги-Вагисы все еще. Вот почему эта игра постоянно лагает, кстати говоря. Потому что, несмотря на то, что по идее мы там... Почему-то все еще подгружены уровни с Хаги-Вагисами. Авторы решили, ну, положить такой здоровенный, такой жирный болт на оптимизацию. В это время я продолжаю лететь какой-то херня. Хоть бы это было что-нибудь полезное, потому что я лечу к ней уже, наверное, минут 5. Это барабанная дробь. Блять, кусок стены. Лучше б я предыдущее смотрел видео, блять. Вот это? И какая первая? Где первая? Вот это взлом? Что если мы раньше времени все это о, сделаем? О, вот это интересно, ладно. Сможем ли мы тогда получить какой-нибудь другой конец? Мне очень интересно. Всем бобра, дорогие друзья! Сможем! Интересно ли это вам? Потому что я видел, какой-то чувак 1000 комментариев. 1000 комментариев написал про то, что хочет увидеть полный разбор, полный взлом игры. Почему-то еще куча людей начали писать про этот. Мама, дай руку, мама, дай руку. Я не понял, что... Что это происходит? Но в комментах я видел, как многие люди об этом писали, меняется это вахихикова. Так, здесь у нас ничего необычного нету вообще. Окей, поехали. Не знаю, мне очень нравится взламывать игры, мне очень нравится там все это смотреть. Потому что я сам программист, и мне банально интересно подсмотреть за ширму, так сказать, под юбку игры. А, мы можем вот так вот.
Так, жалко, здесь охуеть! Никто не пролетает. Было бы очень круто, если бы здесь мамка такая, типа, опа. Жесть. Я интересуюсь, кстати говоря, есть ли... Ебать. Вот это... Ебай. Это круто! B09, знаешь, что это значит? Вот это. То есть, игра заканчивается буквально там, где она и начинается. Мы... Умер от ахуя. Мы здесь с тобой игру закончили, сюда же нас с тобой вернули. Блин, это очень интересная деталь. Так, ладно, что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Ничего, у нас деталь. С тобой игру закончили, сюда же нас с тобой вернули. Зацени. Блин, это очень интересная деталь. Да нет, ну типа обычный квадрат, типа есть типа интереснее. Так, ладно, что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Ничего у нас тут нет, ладно. Так, здесь мы с тобой у Людвига были. У Людвига мы все это с тобой видали. Недоломанные уровни. Это спуск вниз, где мама, где Поппи. Если тебе вдруг интересно, здесь ничего нету. Даже если Поппи... Ну и тогда нахуя мне это знать? Покажи чё-то! Полностью выключить свет. Ну, тут есть вот это. Какая-то земля, но это ничего нового. Вот. Вот примерно так мы будем все разглядывать. Мы прям каждую детальку посмотрим, потому что я ожидаю, что... Потому что надо на 1.5 миллиона растянуть. Блин. Что авторы игры должны были оставить какие-нибудь интересные пасхалки. Опа. Поппи мне что-то на ухо шепчет. Здесь у нас много персонажей и игрушек, которые тоже были задуманы в этой игре. Опять не тот видос. Но которых нету. А вот это интересно. Эксперимент... Мне похуй, я, короче, мотать начинаю, блядь. Так. У нее прям глаза человеческие, кстати говоря, прям с нервами. Да потому что она шабит, блядь, она курит шмаль. Всем таким. Маленькое обучение. Ой, это там хлопает. Хочу тебя поблагодарить за то, что меня освободила. Я там так надолго была. Спасибо. Я хотел бы тебе отплатить. Да, конечно, попа... Ты-то нам отплатишь. Так, она поняла. Она, короче говоря, отправляется в пустоту. Я что хочу сказать? Я думаю, что все персонажи здесь, они живые. А, да? Я здесь. Ебать. Ля, у нее рука какая маленькая. Ебана криповая, слушай. Ля. Да, у нее... Ля, ничего нового нет. Маман! Мне нужно, чтобы ты мне поверила, да, конечно. Так, что тут у нас? Вот она, маман. Эту хуйню рассматривают 1.5 миллиона человек, и в том числе и я, блядь. А, ебать. Ебать. Во-первых, у маман больше похоже на усы какие-то, а во-вторых, они решили не запариваться, потому что, ну а зачем? И вот она просто улетает туда. Охуеть. Причем она просто улетает сюда. А, то есть она просто улетает в дырку. И в этой дырке мы с тобой можем попасть сюда. Хрена себе, какая труба, обалдеть. Охуеть, блин. Подожди, что я вижу? Что за хуй? Маман! Что за херня у тебя тут происходит? Что? Не, ладно, вот это забавно. Но это пасхалка, ребята, это пасхалка. Маман, ты как? Нормально? Кого она держит? Она держит Брона. Кого, блин? А почему она держит Брона? Или она держит мою руку? Мама! Ладно, мама ебанулась, походу. Так, тут у нас пространство. Я ебанулся, потому что я это смотрю. Причем оно огромное, слушай. Охуенно! Можно посмотреть. Что будет, если на поезде раньше... То есть это какой-то новый персонаж, которого мы, возможно, пока не видели. Ага. Награмба. Таец. Этому что можно получить из этого имени? Сука, он буквы рассматривает и из него ёбаный сыр! Что она? Я этого не видел. Подожди, а откуда ты паутину пускаешь, мама? Это дым. Это шмалит. Мне очень интересно, где там у тебя паутинистая дырка? Как это происходит? Потому что я вижу, что она везде делает паутину. Но откуда это происходит? Откуда берется? Из папки.
А, вот почему Поппи не двигалась. Я просто думал, почему у нее попа не двигалась, что, может быть, попа контролируется мамой, но... Нет, мама не контролирует попу, ее никто не контролирует, ей просто рот закрыли. У нее даже глаза охватываются. Говорит, почему бы нам не... Я рад посмотреть секреты, конечно, но проходить эти ебаные цвета, как же меня это бесит. Я их не вижу! Кстати, всем, кто тоже... Смотрел то же самое, то есть оно не меняет. Мы раньше времени все это сделаем. Сможем ли мы тогда получить какой-нибудь другой конец? Мне очень интересно. То есть сейчас два... Когда я вторую часть смотрел, вы мне говорили, посмотри первую. Я смотрю первую, вы мне говорите, посмотри вторую. Это хуйня полная, а не видео, блядь. Три, он меня просто забайтил этой хуйней. Один, четыре. Нет! Оно все правильно, я все правильно сделал. Сейчас, подожди, я перепроверю. Да, мамочка, кролик. Это Кисси-Мисси и котейка. По цветам то же самое. Ах ты! То я есть думал, мы с тобой, короче, уехать. Когда это делаем есть раньше времени, нам игра просто этого не дает. Вот, так что ты в комментах просил узнать. Да, ничего не происходит, к сожалению. Спасибо, мне потребовалось на то, чтобы это всем узнать добра, 16 минут, блять. 16 минут на то, чтобы узнать это. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы продолжаем... Чё, блядь? Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, сегодня мы продолжаем с тобой взламывать Poppy Playtime и разбирать, так сказать, попу по последним клочочкам. Сегодня у нас с тобой удары Хаги, мы посмотрим до конца все пасхалки, которые есть в игре, все секреты. Хаги Вагисов, и мне очень интересно посмотреть на то, как... Я Хагис Вагис. Возьмется. Больно у нее анимация, она прям ножками. Так, ты вообще решила хер забить, я так понимаю, да? Ты даже ни на чем не стоишь. Как выглядит нападение Хаги Вагиса? Вон он выбирается. О, поехали. Звуки пошли. Ага. Почему не... Вот он. Ебать. Потом прикольно. Я решил еще немножечко поэкспериментировать и посмотреть на то, как будут они нападать, если мы сможем рассмотреть получше. И там я увидел довольно забавный кадр, который ты сейчас сам увидишь и сам поймешь. Охуеть. Охуеть. Я увольняюсь, короче, с Ютуба, нахуй.